всем привет. Так как я задолбался уже ловить щук по 7, да по 8, да по 15 килограмм, а то как народу наслушался, 3 дня ездил на пруд на наш, одного шнурка поймал, грамма 300, их может даже на 200, и поэтому решил сегодня просто пробежаться по речке с микрушкой и попробовать изловить каких-нибудь маленьких подленьких акушариков. Что из этого выйдет, уже сейчас будем смотреть. Если куда-нибудь залезу, плохо уже, холодновато ходить в забродниках. Так обычно по берегу не хожу, а по речке. Ну, сейчас делать уже нечего, а по речкам ходить у нас по берегу вот так. Ладно, сейчас куда-нибудь вылезу. Ну вот куда-то я залез. Сейчас попробую здесь половить. По идее, должна рыбка тут быть. Вчера с ребятней съездили, посоревновались. На туристические соревнования, которые у нас 3 раза откладывались. Второе место заняли. Не зря тренировались. Даже ни одного тычка еще не было. Ну, сейчас, если что, дальше пойду. Хотя это место, в принципе, хорошо срабатывало. Попробовать вниз слезть. Я же потом не вылезу. Все. Без приманки остался. Первый обрыв. Ну, как говорится, не оборвешься, не половишь. Не без этого. К этому морально всегда готовы. Сейчас пройду подальше. Что-то здесь не хочет никто клевать. Сейчас я поставлю опять такой же виброхвостик от Кейтэч. Может, такой выше, чтобы на него никто не клевал. Я шнурка-то на пруду на него поймал. На микруху. Попробуем. Сейчас пойду дальше. Там еще есть пару местечек. Там глянем. Здесь попробую. Как черт уже в лопухах есть. Тоже мелко что-то. Надо идти где маленько поглубже. Не забросишь толком, что вообще все позарастало. Заброску хорошо, идешь там вдоль берега, сюда подкидываешь под кусты. Пойдем дальше глянем. Там чуть дальше есть вообще пипец какой-то. Джунгли лазит. Я еще сейчас не поймать ничего, вообще будет прикол. Это тоже так с маятником закинут разок. Мелко, мелко, мелко. Че мелко так? Вон, все просматривается. Там еще есть одно местечко, где можно кинуть. Так, сейчас посижу, покидаю. Полчасика домой поеду. Фигня-то, не рыбалка.
Когда здесь ловил, здесь ямка была. Уже надо еще что-то. Вода какая светлая. Кого заплавить к черту? Так, баловство. Сейчас закину для душевного успокоения. Не ждать, вода пока мутная будет. О, кого поймал при нападении. Кусарик. Ну-ка, поднимешься. Ого. Все, не зря приехал. Ой, красавчик. Надо тебя сфоткать. Уж не поверит никто. Опять скажут, вру. Беги, красотон, порадовал. Ну, таких вроде даже как приятно ловить. Вон там, под кустами. Вот и глубина. Чуть приямок. А здесь мелко все. Ага. Еще поймал. Опа. Еще окунишка. Красотунчик. А ты. Беги. Опять виброхвостик китайский. Что, еще туда? Может, еще там кто-нибудь есть? Сейчас стукну. Ага. Не знаю, видно, нет. Ой, карапузик. Все, большие кончились. На мелкоту вышел. Дальше. Ой, что вообще куда-то запулил. Не туда, куда надо. Ага. Ну, где там? Опа-на, окунёк, красотунчик. Эх, какой. Ладно, беги. Вот они вы где, гады, все сидите. Приманка собьется. Все. Поклёвок нету. Попробовал маленько укрупниться.
Айка грабстик поставил. Ну что-то нету поклевок. Или всех окуней уже распугал. Я не знаю, что мне надо. Обычно в это время я на него грабстик-то и ловил в основном. Что-то подобие секси-импакта китайского. Ага, не, кто-то пытается клюнуть. Ну, жуй, жуй. Жуй, жуй. Жевал. Что у нас там? Что у нас там? Окушарик. О, такой окунь сожрал такую приманку. Вот вам и раз, а вот вам и два. Смена приманки маленько дала результат. Ну, прямо из-под самого берега. Ну, все равно, если б брал, ушицу б наловил. Так, обмельчился. Поставил 2 грамма вольфрамку. С 10-м крючком. Не 10-м, 12-м, наверное. Отдыкуя. Ну, сейчас посмотрим, чего бы нам такого хитро-мудрого поставить. Танту поставлю от Кузбасс фишинга. Вот такую филетовую. Да, все караси мои. Маленькая она. Ну, попробуем. На поменьше крючочек было. Попытка, как говорится, не пытка. Хвостик чуть-чуть будет подыгрывать. Не, большевато. Ладно. Попробуем, если что там побольше танточки есть. Крупников всех выловим, если будем мелочь позлатого пытаться ловить. Хотя, конечно, не факт. Здесь наоборот сейчас крючок маленький будет. Ладно, танточку мы оставим для карасей. Так, а что, у меня что-то сильная такая крутая штука была. Вот она, тоже от Кузбасс фишинга. Такой. Блин. Такой крутой твистерок. Вот такой вот. Сейчас мы его поставим. Сейчас все окуни нашу. О, это вот самое, что ты, блин, это будет самое по фэншую. Все, окуня мои будут. Так, обратно. Нечего продуктами разбрасываться. Откушу кусочек раздолбанный. Что, попробуем. Может, все-таки виброхвостики сегодня работают. Попробую тут еще маленько. Вроде местечко нашел. Здесь тоже. Уже мелко под тот берег там. На самого берега ходишь, что она мелкоту закидываешь, чтобы вся здесь.
Где-то весь скукужился. Тоже еще привередливый окуня. Приманка не так висит на крючке. Еще надо мозги канифолить. О, как ловко. Прям под самый берег. Что, попробую еще раз несколько закинуть там, где начинал рыбалку. Если нет, так поеду лучше баньку затоплю. Завтра на работу. Ловлю сегодня наваха микроджиг 0,5-5,5. Отличный спиннинг, мне нравится. Катушка панда 2000-ная. Вот как собрал 3 года назад комплект. Так ничего не менял. Даже плетенка не менял. Плетенка следопыт 003. Была она такая вся разноцветная. Сначала по 10 метров цвет меняла. Ну а сейчас уже такая непонятно какого-то цвета. 3-й сезон ловлю и не парюсь. Ну, потерял сколько там, метров 20, может. Ну, ничего. По 10 раз за лето плетенок не меняю. Ловлю да ловлю. Поводочек стоит с флюра 0,14. Вот такой. Сломал, правда, маленько. Резинку сюда у девчонок спер. Поставил. Не разматывается, не распутывается, сколько надо отмотал. Остальное все под резиночки там. И удобно. И практично. Так, ну все, наверное. Сейчас еще туда разок сейчас закину. И буду закругляться. Нет в жизни счастья. Окуни злые. Клевать не хотят. Зажрались, наверное. Вода чистейшая. То есть сейчас, пока вода не помутнеет, ловить тут нефиг. Вода помутнеет, наверное, уже когда снежок пойдет. Но сегодня день самый такой вот для прогулки. Тем не менее, окуньков половил. Отдохнул законное воскресенье. И красота. Ни комаров, ни мошек, ни рыбы. Все как обычно. Нет окуня. Ладно. Поеду домой. Отдохнул, погулял. Хватит. Ну, все не ноль. Всем пока.